Доброе утро. Тоша, чё лицо такое недовольное? Не выспался, да, Тошка? Ох и Тошка. Охранник, можно зайти, Тош? Спасибо. Привет. Так, тихо. Кузёш, ну заходи, как же без тебя-то? Так, что у нас? Люсенька. Да, Люська у нас овса ей наложила, кушает. Да. Чувствует себя хорошо, но встать опять не может. Сейчас мы овёс убрали. Да, моя рыбка, без тебя сегодня пойдем гулять. Водичку держи. Вот так. Все. Да, моя маленькая, хочет с нами за яблочками. Ну, Люсенька, терпи, что делать? Моя маленькая. Да ты моя девочка. Все, мы подоились с ней. Теперь спиртиком растираем ножки, делаем массаж, чтобы кровоток пошел. Кровь у нас осталась от капельницы. Джойка. Все. Она умничка. Да, Люсенька? Я шею прям весь в крови. Мой папа массаж Люси делает. Вот это житуха. Сейчас. Сегодня идем с Милочкой только гулять. Люсенька кричит, плачет, что мы без нее ушли. О, это кто с нами еще сегодня идет? Рыжая, ты? Ах, ты ж моя собачулька. Пойдем погуляем часок. Яблочек Люсеньке принесем. А то врач сказал, ей нужно вкусняшки. Сейчас яблок соберем. Орешки грецкие вчера ей полакомиться давала. Ой. Ведут коров гулять на пастбище. Пастух, как всегда, у нас с трехэтажными матами. Я стоишь, аж уши заворачиваются. Я не знаю, почему я к матам привыкнуть, но никак не могу. Мне аж слух режет. Подойти хочется его стукнуть. Ну, собачка какая-то у него. Хоть бы Кузя не увидел эту собачку. Он все-таки сам пришел. Сейчас будет. Только он соберется куда-нибудь уйти. Эти волкодавы его проводят с почестями. Во, о чем я говорю. А Джой отмороженный. Он вообще на овчарок кидается. И Лиза такая же. Все. Погнали. Сейчас еще и за ноги Джой покусает. Ох, что ж у меня за волкодавы. Чем меньше, тем злее. Милочка, ты испугалась? Кушай, милусь. Ты прогнал Джоюшка? Ох, это Джоюшка. Одного Джоя можно оставить, и он будет за всех. Да, Джой? Ты что такой злой, Джой? Милая, ты сегодня что-то плохо у меня гуляешь. Ходишь. Без Люськи никак, да? Никак без Люси не гуляется, да? Что там у тебя торчит? Ну что, домой что ли к Люсе пойдем? Милочка моя. Ходит, слоняется и все. Я. Помощники, да? Маленькие помощники. Ну что, Мила не гуляет. Ходит вот туды-сюды, на меня посмотрит. Идем домой, что время тратить? Да, пойдем Люське яблок нарежем. Сено придется наложить. Ох, сена нам на зиму не хватит. Надо еще заказывать. Без нее не хочет, не гуляет. Вот, казалось бы, и лупит ее постоянно. И без нее никак. Вот, подружайки-то мои маленькие. Что делать? Время тоже с утра. Мне очень дорого. Сейчас
займусь делом. Еще Люську каким-то способом подоить надо, лежачую. Это прям будет подвиг сегодня. Пойдем, милочка. Найдем, чем заниматься. Сейчас еще цыплят покормим. Да сегодня и свежо. Прям что-то ручки аж так подмораживаются. Сколько градусов? 9, наверное, сегодня. 10 ночью было. Вроде как и не слишком холодно, но руки что-то прям сильно замерзли. Пойдем домой. Ты кого боишься? Это Джой, мило. Или Люсенька вышла, стоит. Да, моя маленькая. Сейчас, мамка еще плохо видит. Моя рыбочка, ты стоишь, Люсенька? Да, моя маленькая. Сейчас мама придет. Место нельзя. Люська, да ты моя хорошая. Ты встала, Люсенька. Ой, грязнушка ты моя. Ничего, накупаемся. Моя маленькая Люсенька. Смотри, мама тебе яблочко принесла. Кусай. Надо за ножиком сходить. Вот так. Ай, Люська моя. Милка, ну ты же поела. На тебе. Держи, Мила, на. Вот и Нериш. На, Мила, на. Кушай, а мы Люсеньку покажем. Вот так. Вот так, Люська, давай, кусай. Вот ты моя маленькая. Вкусно? Сейчас я ножик принесу, Люсенька. Так можно подавиться, Люся. Сейчас мама принесет ножичек, порежем. Ох ты, какой голосистый. Ты моя маленькая, уже хоть как-то стоит. Вот, хороший укол какой-то сделали. Видимо, сейчас как раз он и посмотрит. Что-то он говорил. Если от этого укола она встанет, то значит дело вдруг короче. Я не понимаю. Врач придет, повторит. Вкусные яблочки, Люсенька. Ты моя маленькая. Ты моя с детства живучая коза. Все будет хорошо. Да. Мила, а ты что там сено тыришь? А ну давай, выходи. Это на зиму запасы. Сейчас тюк раздербанишь. Давай. Кто здесь балуется? Милочка, да? Давай, Милусь. Все. Джой, да что ж такое? Ну дай поесть спокойно. Все при деле, кушают. Милка там, понятное дело. И Люсеньки наложили. Да, Люська? Пока она еще стоит на одном месте, но вроде уверенно на ножках стоит. Самое главное, что жить будет, все хорошо. Ой, вкуснятина, да, Люська? Да. Слава богу, все обошлось. Еще одну козу потерять, это я... Не знаю. Руки вообще бы опустились. Так, на работу надо уже срочно, а я...
Люську, думаю, пойду гляну. Люська, Джой, нельзя! Люська, ты упала, зайка, или как? А ты все точишь, да? Милусь. Ах, вот больше раскидывают, чем кушал. Вот поэтому сена вечно и не хватает. На, еще покушай. Покушай, Люся. Не лезьте к Люсе. Мил, ну ты не можешь на улицу выйти и пописать. Это пипец какой-то. На, моя девочка, на, кусь. Ha ha ha!